Начинаем, значит, наши поиски грибов с такого места. Вот тут вот есть водоем. Вот тут вот есть тоже водоем. Причем не маленький. Ну, начинаем. Смотри. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, аккуратненько. 12 места. Вот мы еще проходим. Тут уже нету. Где еще могут быть грибы? Это же лисички. Ага. Вы думали, я их не найду? Ёлки-палки. Япона мать. Вот это я понимаю. О. Вон там дальше. Давайте-ка еще и тут найдем. И тут найдем. И во, еще какой здоровый. Ты клопух. Какая раз и там еще. Ну что, ребята, я экстренно отключаюсь. Значит, не волнуйтесь, грибы не задавил, пока ходил. Нашел целую кладезь грибную. Ее мы, значит, будем сейчас складывать себе в корзинку. Это вот на такой, значит, территории я нашел грибы. И до этого тоже находил. Значит, работы у меня много. Хорошего всем там просмотра.